График приема врачей на самом видном месте. Здесь расписаны дни и недели. В помещениях Татарковской врачебной амбулатории в поселке Чисцы много воздуха и дышится легко. Кабинеты чистые и светлые. Здание относительно новое. Амбулаторию построили 16 лет назад. Видно, как преобразилась входная группа. Ее отремонтировали в этом году. Глава округа Андрей Иванов проверил работу амбулатории. Собственно, специалисты есть. А КГ есть, и, насколько я помню, УЗИ даже. УЗИ даже не было. Нет, даже нет. Мы по УЗИ, у нас есть аппарат сейчас свободный. Мы сейчас ищем специалиста, как только найдем, соответственно. Татарковская амбулатория обслуживает около 7 тысяч пациентов. Это жители поселков Чисцы, Покровский городок, Покровская, Гарь-Покровская. На сегодня в медучреждении есть терапевт, педиатр, гинеколог, хирург и другие специалисты. Ознакомиться со всем перечнем услуг можно на официальном сайте амбулатории или записаться на прием онлайн. Мы обращаемся к главному врачу, заму по поликлиникам, и практически в течение нескольких дней все наши пожелания выполняются. В амбулатории есть и аппарат для ультразвуковых исследований, но пока без специалиста. Этот вопрос решится в ближайшее время. Тем более, что в регионе действует несколько социальных программ для привлечения врачей. Раиса Киян, Алтынай Урумбаева, телекомпания «Одинцова».